Смотри моими. Ты была лучшей в классе. А что теперь? Недостойно прикрывать исчезновением отца плохое поведение. Его работа? О чем она? Их отец мечтал дотянуться до звезд. Муравью очень нужно добраться до другой руки. Самый быстрый вариант – это пройти по веревке. Однако оказывается, что прямая линия не самое короткое расстояние между точками. Если использовать пятое измерение. Оно не укладывается в наше представление о времени и пространстве. Видишь, муравей оказывается здесь за одно мгновение. Изгиб пространства. Скорее, излом времени. Где мы? Мы услышали зов из глубин Вселенной. Мой папа жив? Мы верим в это и поможем тебе его найти. Мы ищем воинов, способных защитить добро и свет во Вселенной. Шутите? Я на шутника похож? Немного. Я серьезен. Предельно. Твой отец в плену у тьмы. Она сильнее нашего света. И лишь ты одна способна ее остановить. Будь воином. Всегда с тобой, даже если меня нет рядом. Ты веришь мне? Я тебе верю! Мэг. Дисней представляет «Излом времени».